Балтика. Я вот это начало этого фильма запомнил на всю жизнь. Такое впечатление, что и этим словом сказано все. Вот. Балтика. Всего одно слово, чтобы выразить впечатление от Калининграда. Сергей Колесников для этого цитирует героя фильма «Мы из Кронштадта». Известный актер у нас не впервые, но каждый визит его удивляет снова и снова. Первый, конечно, вот сходишь с самолета, сразу запах моря. Вот сразу, хотя это далековато от моря, но все равно вот этот воздух, тут все. Тут и солнце, и ветер, и янтарь, и снег, и буря, и все что угодно. Сейчас же Сергей Колесников является почетным гостем фестиваля «В кругу семьи». Однако своей главной задачей на таком мероприятии он считает создание теплой и дружественной атмосферы на встречах с калининградцами. Поэтому накануне он посетил детский психоневрологический санаторий «Теремок» в Зеленоградске. Была одна из самых теплых встреч в моей жизни. Это было в небольшой такой комнате. Она была битком набита детьми, взрослыми, обслуживающим персоналом. Мы пили вместе, я пил один, потом показал кусочки своих фильмов. Потом была, естественно, фотосессия, я расписывался, дети подходили, кого-то подвозили на коляске, и родители, и, в общем, потом сделали большое фото. Ну, вот самые теплые у меня впечатления от этого, казалось бы, как могло показаться, грустного дома. Детские рисунки, памятные подарки и хорошее настроение. Так отблагодарили заслуженного артиста маленькие слушатели. А вот предмет, который актер неизменно берет с собой в каждый город, оказался весьма неожиданным. Вот, кстати, вот хотя, казалось бы, давно уже прошла эта пора кипятильников, везде электрочайники, но, оказывается, не везде. Вот не в каждом номере в гостинице есть электрочайник. Поэтому можно считать мой кипятильник амулетом. Это вы хороший вопрос задали, я теперь буду знать. Вот это мой амулет, я его беру всегда. После этих слов Сергей Валентинович пожелал не замерзнуть и всем калининградцам, особенно в День города. Кирилл Попов и Максим Кириченко. Служба новостей «Город».